Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня полистаем огромное количество распродаж и предложений от Avon, а также 16-й каталог. Давайте начнем с Черной пятницы. Вот так выглядит брошюрка. И вы знаете, здесь заявлено, что скидки 70%. Ну, я не знаю, я в Avon недавно, но 70% здесь никаких не вижу совершенно. И здесь у нас представлена бижутерия и одежда. Ни на что мой глаз не упал совершенно. Здесь есть обувь, есть органайзеры 3 штуки, которые также, в принципе, в аутлете, в фокусе бывают по той же самой цене. Ну, не знаю, девчонки, я не увидела здесь никакой распродажи. Те же самые пижамки, носочки, они также стоят и в фокусе, и в каталоге иной раз. Поэтому, ну, кому интересно, конечно, можете посмотреть. Может быть, есть поклонники одежды, даже, ну, детская, не знаю. Футболки 300 рублей, они так и есть в каталогах. Поэтому ничего меня здесь не заинтересовало. Ни один продукт, одежда, бижутерия, аксессуары. Черную пятницу от Avon я не понимаю и отсюда ничего заказывать не буду. Outlet, он еще поинтереснее там. Куда ни шло. Здесь у нас на первой страничке лосьон для тела и гель для душа нежный миндаль и ландыш. Кто любит эти ароматы, 200 мл, 79 рублей. В принципе, нормально. Здесь нам предлагается мусс для женской гигиены. 109 рублей, 150 мл. Это нормальная цена, мне кажется, но мне не подошли интимки от Avon. Вызвали раздражение, поэтому я заказывать не буду. Вот смотрите, штатив Monopod для селфи. 549 рублей. Он по 150 рублей сейчас везде, поэтому тоже смысла его брать именно в Avon не вижу. Единственное выгодное предложение – сияющий румянец, румяна-шарики. У меня есть такие румяшки, я их очень люблю. Только интересно, в каком же оттенке здесь они представлены. По-моему, вот тот, что у меня. Здесь 3 разных цвета. Они классные, мне очень нравятся, они потрясающие. Взять их за 299 рублей минус скидка консультанта – это крайне выгодно. Поэтому, кто давно на них смотрит и не приобретал, очень советую. Ниже цену я не видела. Ну, из бижутерии мне больше всего понравилась вот такая цепочка с подвеской. Вот так они выглядят. Мне кажется, это самый такой милый, интересный вариант. И плюс еще в том, что здесь у нас есть 9 сантиметров запас. Она будет не 42, вот так вот прям. А можно сделать ее подлиннее. Она у нас идет в позолоченном цвете за 249 рублей. И речной культивированный жемчуг. У нас есть в одной из них. Другой аметист, амазонит, розовый кварц. Поэтому можно даже камешек выбрать просто на свое усмотрение. Мне кажется, крайне удачная подвеска. Выглядит очень симпатично и красиво. И на последней странице аутлета у нас предложение косметических уходовых средств. Здесь пена 1000 мл за 219 рублей. Классная цена на нее. С ароматом яблока, правда, только одна. Точнее, яблочного пирога. Мне кажется, будет интересно. Это что-то типа запеченного яблока аромат. Я даже представляю, как это будет пахнуть. Лосьон-спрей для тонких волос максимум объема. Вот такой. Девчонки, кто пользовался, расскажите, пожалуйста, действительно ли он дает объем и за счет чего. Самое главное, чтобы он волосы, конечно, не пушил. Я подумаю, брать его или нет. Вот такое восстанавливающее средство для лица с аргановым маслом «Сокровище пустыни» из линейки Planet Spa за 99 рублей тоже могу смело рекомендовать к покупке. Оно у меня есть, оно классное. Оно очень мягко очищает лицо, но это как умывалочка. Там есть небольшие такие крупиночки, деликатные, то есть для чувствительной кожи подойдет смело. И она с маслами, поэтому могу рекомендовать для нормальной и для сухой кожи. Хотя у меня комби, и тоже я вот прям с великим удовольствием им умываюсь, нравится. Дальше, девчонки, фокус. Что же интересного у нас здесь? На первой страничке для консультантов, тем, кто занимается распространением, наверное, есть хорошее предложение. При покупке 2 и более средств будет 40% скидка. Мне кажется, это здорово, это выгодно. Именно вот такой вот финиш у блесков и помад сейчас в моде. 299 рублей она стоит одна. Заказываем 2, 40%. Хорошая скидка. Тени. Кстати, относительная новинка. Это у нас... Что это у нас? Кушон для век, тени, подводка. Кушон для век. Вот тоже при покупке 2 у нас будет действовать хорошая скидка. Классно. Такая же акция на линеечку Inyu. Кстати, девчонки, кто спрашивал, у меня вот по 10 мл сыворотки. Вот они в наборе. Вот такой набор я себе заказывала. Вот именно такой.
Здесь три различных сыворотки, в том числе с витамином С по 10 мл. И еще плюс 3 пробника каждой из этих сывороток. 500 рублей я так его и брала. А цена для членов New Club 400 рублей всего. Здорово. Я вот до сих пор ими пользуюсь, 10 мл. Чтобы потестить сыворотки, хорошая цена. Вот этот наборчик еще тоже классный, подумаю, взять его или нет, за 360, потому что слышала очень много хороших отзывов на Инью заряд энергии, именно вот этот кремушек, и хочу его потестить. Поэтому подумаю, может быть, возьму. Цена, в принципе, устраивает. Можем взять за 209 рублей пену для ванн ваниль и финики. Смотрите, какая интересная. Это опять у нас литр, хорошая цена для литра. Мне кажется, это должен быть сладкий, интересный такой вот ванильно-ягодный аромат. Поэтому, возможно, тоже воспользуюсь, потому что моя уже кончается. И наборчики. Наборчики очень здоровские, по цене потрясающие. Today для него и для нее. Здесь у нас водичка 50 мл, лосьон для тела. И она идет вот в такой красивой коробочке. Набор он. Женский и мужской. И цена 789 рублей на любой. Классно презентовать такой подарок для тех, кто любит аромат Today. Мне кажется, прям вот самое оно. Также линейка Attraction. Мужской и женский. Тоже по такой же цене. Красивый презентабельный наборчик можно будет взять в фокусе. И наборы Lack Limitless для него и для нее. И просто классический лак. Водички, классический лак, мужская, женская, в объеме 30 мл, плюс лосьон для тела или после бритья парфюмированный 30 мл, и цена всего 399 рублей, классно. Вот такой лак голубенький у меня есть, я его очень люблю, и вместе с лосьончиком для тела он будет 699 рублей, это классно. А лак для него будет шампунем гелем для душа за 699 рублей. Мне кажется, это классное предложение, ну как бы можно воспользоваться. Как раз по фокусу я возьму себе набор Incandescence. Однозначно теперь уже он еще дешевле, и тут не дейзик, который мне нафиг не нужен, а здесь у нас лосьон для рук в объеме 50 мл и 50-миллилитровая водичка. Мне очень нравится этот аромат, я обожаю его шлейф. Для тех, кто любит Little Black Dress, здесь у нас водичка 30 мл и тоже лосьон для рук, и всего за 299 рублей. Сказочная цена, прям подарками буду запасаться. Конкретно к праздникам. Ив Confidence, наверное, так называется. 359 рублей водичка в объеме 30 мл и тоже лосьон для рук. Пур Бланка. Знаю, что у нее тоже много поклонников. 50 мл классической Пур Бланки плюс лосьон для рук 329 рублей. Шикарно. Мне вообще этот фокус прям зашел. Как не заходило ничего давно. Дальше у нас ароматики, которые можно купить со скидкой при покупке двух. Я с ними не знакома ни с одним, поэтому ничего сказать вам не могу. Теперь для любимых, для наших мальчиков. Смотрите, какие дешевые наборы. 399 рублей и 329. 399 – это блю у нас. Блю голубой индивидуал классический с дезодорантом и шампунем геля для душа. Вообще супер, просто супер. И 329 рублей Xerias плюс гель Senses. И Dynamic Fresh, туалетная водичка, туалетная вода после бритья и дезодорант антипреспирант. 399 рублей. Шикарный набор по шикарным ценам, девчонки. Вообще супер просто. Также туалетные водички классические Attraction, Attraction Sensation, Attraction Rush. Можно будет купить за 599 рублей своему любимому в подарок в объеме 75 мл. Замечательно. Вот такой вот у нас фокус. В конце нам еще предлагают потестить новинки следующего каталога 17-го. Парфюмированная эссенция. Очень интересно. Attraction Edition и TTA Eternal. Вот оно как. Tomorrow, Always, я так понимаю. Tomorrow, Today, Always. Парфюмированный сен. Слушайте, это вообще очень интересно, мне кажется, будет пахнуть. Очень. И нам здесь предлагают 999 рублей в объеме 15 мл. Но это эссенция, нужно тоже понимать. Смотрите, как она интересно наносится. Вот такой вот здесь как бы шарик. Мне кажется, он чем-то похож на шарик у дезодоранта. Ну, интересно, вообще интересно.
Прям вообще. 1 миллилитр образца можно взять за 45 рублей. Это Attraction. И Attraction Edition и ТТА за 60 рублей. Вот, девчонки, классно. Вообще интересная задумка. Никогда не пользовалась эссенциями. Будет интересно. Стоит новая программа к Новому году. Максимум призов, максимум праздника. Для представителей в компании 16 и 17. Вот такой вот буклетик. И здесь мы за каждую потраченную 1000 получаем звездочку. А за одну звезду не будет ничего, сразу говорю. А за две звезды приз-сюрприз. Да? Что там придет, Бог его знает. А за три звезды уже поинтереснее. Вот, посмотрите сами, что нам за три звездочки можно приобрести. Не буду все перечислять, очень долго. Дальше у нас 6 звезд. Вот такие подарки за 6 звезд, да, и уже за 10 звезд, то есть 10 тысяч нужно потратить, да, вот такие подарки. Ну, интересно, будем собирать звездочки, конечно, почему бы не получить какой-нибудь подарочек. Я, конечно, на 10 звезд не претендую, а 6 и 3 посмотрим, как получится. Буду выбирать, потом вам обязательно расскажу, что себе заказала. Интересно, мне очень прислали буклет, не буклет, журнальчик глянцевый. Это у нас эксклюзивные новогодние подарки твои. Он весь такой глянцевый, классный. И здесь у нас палетка. Палетка, блин, классная, ну супер. Что одна, что вторая. Они зашли прям... очень. Но цена, девчонки, я хочу, конечно, подождать. Может быть, будут скидки. 1600. 1600 рублей. Здесь у нас 20 оттенков в каждой. Интересные палеточки с большим зеркалом. Она, смотрите, ну и сама такая большая по размеру. И тут у нас зеркальце. И она вот так разворачивается. Вот все оттенки первой палетки. И вот все оттенки второй палетки. Красивые, супер. Вторая сочная прям. Но цена... конечно, дороговато. Дальше подарочные наборчики, которые тоже не бюджетненько стоят. Life Color, зелененький, красный, 1099. Здесь у нас парфюм 50 мл и парфюмированный лосьон для тела. Ну, не бюджетно, честно скажу, не бюджетно. Здесь много ароматов представлено, таких наборов. И как-то вот ничто мне не приглянулось, скидочек здесь нет. Здесь просто, мне кажется, по полной цене вот эти вот наборы. Единственное, что, вот что, это Blue Sunset, да, 459 рублей, водичкой Дейзик. И вот такой вот за 249 для мужчин набор. А так, все остальное как-то прям дороговато. Цветную тушь, девчонки, здесь можно будет приобрести, причем оттенки классные. Вот у меня есть те, кто любит голубую тушь, но не любит синюю. А тут есть еще морской волны, только 335 рублей она будет, правда, стоить. Но кисточка, мне кажется, классная, силиконовая такая. Для тех, кто действительно любит цветные туши, можно присмотреть себе что-то. Специальная цена при покупке двух и более продуктов будет действовать на линейку «Люкс». Вот так вот выглядит этот разворот. У нас вообще вот этот каталог, скажем так, он двухсторонний. С одной стороны и с другой стороны. Сейчас посмотрим с вами. И вот такие еще наборчики есть. Тоже, в принципе, цена неплохая. Набор восстановления, набор спокойствия. Вот, сами видите цены, да? А также драгоценные масла. 399 рублей. СПА-увлажняющий крем для тела с мерцающим эффектом, шампунь для всех типов волос, драгоценные масла и крем-гель для душа, мед и гордения. 399 рублей. Вот этот наборчик вот меня прям привлекает, скажем так. Наборчик Инканта 499 рублей. Возможно, я вот такой себе голубенький возьму. Здесь у нас лосьон для тела получается, спрей для тела и крем для рук, и красный. Здесь представлен. 499 рублей. Это, в принципе, выгодно. С другой стороны, у нас коллекция победителя проекта Disney и Avon. Совсем с небюджетными ценами, скажем так. Мне здесь ничего и не приглянулось. Вот, смотрите, женское платье 3000. Да? Как бы, ну вот, за что? Можно за эти деньги купить вечернее. Единственное, что здесь вам хочу порекомендовать...
Это вот такой вот набор кухонных принадлежностей. Я уже в одном из обзоров вам его показывала. 400 рублей, я где-то за 390 его брала, плюс скидочка. Очень удобная вещь. Мы используем часто как соковыжималку, апельсинчики выжимаем. Там терка, там шинковка. И у нас еще как бы отсеиватель желтка и белка. Держатель для овощей, которые я не поняла, вот этот кругленький, я им не пользуюсь. А так, вот этот набор радует меня практически каждый день, он в активном использовании, могу вам смело порекомендовать, у меня есть знакомые, которые его ждут. Ну вот и все, теперь каталог, 16-й каталог, который тоже очень красочный и интересный. Каталог, мои хорошие, мы с вами посмотрим в следующем видео, а то прям слишком длинным оно получится, так что выйдет вторая часть. А на этом все, я с вами прощаюсь. Если кому-то видео было полезно, обязательно ставьте лайк, пишите свои комментарии. Всех люблю, целую, пока-пока.